Мне кажется, если Бог определил народу жить еще какое-то количество веков, то в трудный час Он ему посылает тех, кто выводит народ из тупика, из войны, из разорения, из беды. Я считаю, честно говоря, и Путина человеком, который был послан судьбой и Господом России в трудный для России час, для нашей большой общей нации. Хорошо, Владимир Ильич, хорошо.